уже с утра пораньше едем по делам. Да, у нас утро, но это уже сколько там уже? 11:02. Да, с утра пораньше. Вот мы едем в садик. Во второй уже. Да, во второй садик едем. Смотреть. Надеюсь, что все понравится, потому что его надо принять до 5 числа, а те три садика еще не подтвердились. Хорошо работать мне, я не знаю. Мой фаворит еще не подтвердил. Мой садик фаворит. И придется теперь, наверное, этот выбрать, я не знаю. Ну, в общем, поедем, посмотрим, какой он. Вот. Так что такие вот дела. С позаранку, на зари, идем мы в садик. Такие дела. Всем хорошего денечка. Получилось, как это наша путешественница наша. Получилось. Мы нашли хороший садик. И, короче, уже с сентября месяца Анечка туда пойдет. Ура! Очень хорошая. Садик вообще просто прекрасный. Территория отличная. Там очень красиво. Воспитательница не старая, слава богу, господи. Не 65 ей лет, не досиживает она там до пенсии, а нормальная девушка, которая там, ну, лет, наверное, 35-40. Ой, в общем, ну, внушают доверие. Вот, так все рассказали, все так описали. Мы прям влюбились в этот садик. Надеюсь, что все будет хорошо. Уже жду не дождусь, как малышка пойдет в садик. Боже мой, как-то и не верится. Только вот такая крошечная была, а уже мы ее уже отдаем в садик. Так быстро идет время вообще. В общем, сейчас гуляем пока на площадке. Ждем Виталечку. Виталечка там пошел по делам. А Аня тут на площадке занята важным делом. Уже, кстати, очень-очень хорошо залазит по вот этим ступенечкам. И вообще не боится. Молодчинка. Растет не по дням, а по часам. И что это у тебя такое? Что это? Я не знаю. Покажешь мне? Нет? Уже на чем только можно покаталась. И вот эта горка прям ей очень понравилась. И она прям вот уже хорошо по ступенечкам поднимается, моя рыбочка. Да, круто вообще. Идем в садик, в садик, в садик, в садик, в садик. Это очень хорошо. Я очень рада. Анютка, она поломана и для взрослых больше деточек. Она тебе не подойдет. Так что мы вот на такой вот площадочке прикольной. Вот тут сидим и ждем Виталечку. Сейчас он придет. Очень-очень классно. Так что мы сегодня радостны. Мы рады, родители. Вот. Так что гуляем. И сейчас уже пойдем. Сейчас будем уже смотреть вот такой вот фильм «Отец». Вот. Вроде такой неплохой. Энтони Хопкинс снимается. Прикольненько. У меня 128 подписчиков. Так что будем сейчас глядеть. Мне кажется, классный фильм. Сегодня так особо не делали ничего. Отдыхали. Вот, ну, на завтра у нас глобальные планы вообще. Так что завтра день такой будет классный, уже давно хочу то, что будет завтра. Уже очень-очень давно хочу и планирую. Ну, надеюсь, что завтра это осуществится. Вот, так что будем сейчас смотреть Энтони Хопкинса и спадки потом. Да, у нас уже 23:21. Вот такие вот пироги. Всем спокойной ночи! Или кто будет смотреть фильмик какой-нибудь там свой, всем хорошего просмотра. Всем пока!